Друзья, всем добрый день еще раз. У нас сегодня на рыбалочке присутствует Александр. Саша, здравствуйте. Вы у нас на суточки заехали вчера, да? Да, на сутки Саша рыбачит. Расскажите, пожалуйста, как проходила ночь и как плавно перешла она в день? Что, были поимки ночью, как утро? Что, как проявил себя вообще рыба в течение ночью вот этого времени? Не знаю, ночью я спал. А, вот так вот мы ездим на сутки, ночью спал. После суток сам был, поэтому тяжело. Вчера вечером. Ну, ночью отдыхали, утром добрались. Спасибо вам большое, продолжайте.